В Челябинской области началось строительство домов для пострадавших от лесных пожаров. В поселке Джабык возведут 21 дом. Срок сдачи жилья намечен на 1 октября текущего года. Власти Челябинской области поручили начать строительство домов на месте уничтоженных лесными пожарами зданий в поселке Джабык. Сотрудники местных служб проконсультировали по вопросам застройки и получения нового жилья жителей, чья собственность пострадала из-за стихийного бедствия. Сообщается, что некоторым жителям предложили компенсацию в денежном формате, однако не все согласились с таким решением. На сегодняшний день привлечено 5 организаций строительных. Уже идет заливка фундаментов на сегодняшний день. Графики со всеми составлены, выполнение ожидается в установленные сроки. Как заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, губернатор региона поручил построить 21 дом. В настоящее время работы уже ведутся. По его словам, срок сдачи домов назначен на 1 октября текущего года. Как рассказала жительница поселка Алена Горшкова, установленная сумма ее не устроила. И путем переговоров женщина добилась решения о возведении нового дома. Я пришла по вопросу строительства дома, который у меня был приобретен на материнский капитал, и он у нас сгорел. Вот, у нас был сначала нам было отказано в строительстве дома, предложили компенсацию, но это моя единственная собственность. На данный момент была под долевой собственностью вместе с детьми. Вот, и сейчас решили, что нам дом будут строить. Как добавила другая жительница поселка, застройщики регулярно отвечают на вопросы по работам и оперативно сообщают, какие шаги у них происходят поэтапно. Несколько недель назад из-за действующих в Челябинской области лесных пожаров часть зданий в поселке Джабык была повреждена огнем, в результате чего многие люди лишились собственного жилья.